Добро пожаловать на канал Hardware Set Info. Перед нами находится устройство Doogee V Max. И сейчас я покажу вам, как сделать сброс DRM лицензий. Итак, для этого мы переходим в приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Безопасность». Здесь мы выбираем «Шифрование учетные данные». Далее у нас здесь есть хранилище учетных данных, тут есть у нас все надежные сертификаты, то есть есть наши лицензии DRM. Вот, для того, чтобы все это дело сбросить, нажимаем «Очистить учетные данные», нажимаем «Ок». И вводим пароль для подтверждения действия. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.